Ребята, у меня есть проблема. Смотрите, что произошло с моим шикарным кустом розы. Изначально я подумала, что ее сожрала гусеница. Потом присмотрелась, нет, гусениц здесь нет. Смотрите, здесь появились черные пятна на листиках. И когда трогаешь листик, он спокойно отпадает. Так раз, без особого напряга. Раз, и отпадают. Проконсультировавшись в магазине, мне подсказали одно средство, которым я сейчас обработаю свою розу, и не только, и эту больную, все здоровые, которые рядом, и еще обработаю виноград, и может, если останется, какие-то фруктовые деревья. Значит, мне понадобится 8 литров воды. Средство называется Шавит, и Плантатор, это для более липкости препарата к листикам и стволу растения. И понадобится вот такой опрыскиватель, через который я буду все это дело опрыскивать. Значит, на 8 литров мы высыпаем пачку Шавита. Хорошо растворяется, чем-то похож на пекарские дрожжи. Смотрите, предназначен и для яблок, и для картофеля, и для помидора, и для ягод. Также для троянд. Очень хвалили, говорили, профессиональные питомники пользуются этим средством. И Плантатор, тоже пачку высыпаем на 8 литров воды. Хорошенько это дело размешиваем. Цвет получился такой, как серовато-белый, имеет небольшой выраженный запах, спокойный абсолютно. Все, переливаем в наш опрыскиватель и идем работать. Очень важно опрыскивать вечером в безветренную погоду, когда уже село солнце, чтобы препарат хорошенько впитался в наши растения. И здоровые кусты я тоже обрабатываю. Обработала все свои розы. У меня их 12 штук здесь, с этой стороны и палисаднику за тойкой. Вот здесь 3 куста. И теперь я пойду опрыскивать виноград. Так что пробуйте. Кто уже работал этим препаратом, буду благодарна, если напишите свой комментарий, как вам помогло растению или не помогло. Будет интересно почитать ваши советы. Ну а как оживет мой куст, я обязательно сниму еще одно видео. Все, друзья, всем спасибо. Не забудьте поставить лайк и подписаться на канал. Всем пока!